Всем привет, с вами Precious, и в этом видео я покажу, где собирать цвет сакуры. Первым делом берите в свой отряд электроперсонажа, так как после его атаки вы сможете подбирать этот материал. С этого телепорта вы будете бежать по двум маршрутам. Первый раз идите в город и оббегайте его по верхнему краю. Не забывайте использовать двух анима персонажей для резонанса и еду, уменьшающую потребление выносливости. Второй раз с этого телепорта двигайтесь в сторону равнины Бяко. Возле этого телепорта вы найдете один цвет сакуры. Снизу и сверху от деревни Конза вы найдете еще по одному материалу. От телепорта, который находится в лесу, первый раз идите в правую сторону карты и наверх. Второй раз двигайтесь зигзагами налево. Вокруг имения Камисата вы соберете 4 сакуры, а проплыв в правый верхний угол на острове вы найдете еще один цветок. От подземелья зал текущего песка двигайтесь в сторону локации Арауми и там оббегайте ее по кругу через левую сторону. От этого телепорта двигайтесь вниз по карте. С правой стороны будет одна сакура, а ниже и левее еще две. Все оставшиеся материалы мы соберем, начиная свой маршрут в храме Наруками. Первый раз делайте круг по этой локации через правую сторону. В конце прыгайте вниз и забирайте еще один цвет сакуры. В начале этого фрагмента я забираю сакуру, которую можно совместить с прошлым отрывком. Если вы так сделаете, то от храма сразу летите направо и собираете материалы, которые я покажу дальше.
Следующих две сакуры вы соберете, спускаясь по ступенькам храма. Еще 6 диковинок вы найдете в разломе под храмом. Сейчас на ваших экранах заключительный маршрут. И, к сожалению, словами я не смогу рассказать, как вам двигаться. Но после просмотра вы, скорее всего, его запомните. Ну а я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр и хорошего настроения!